І також висловився з приводу вже Харкова радник Офісу Президента Олексія Арестовича. Щоправда, ви тут не почуєте зараз солодких прогнозів, адже він повідомляє, що окупанти будуть бити по Харкову, адже місто стало знову прифронтовим. Проте росіяни не зможуть захопити місто. Давайте його почуємо. Харків не візьмуть железно. Это здесь можно не волноваться. Другое дело, что бить будут по Харькову, бьют и будут бить, наверное, еще некоторое время. Это доставит большое количество, ну даже не знаю, как сказать, неприятностей, если можно неприятностями назвать гибель мирных жителей. Там, потерь и так далее. Это харьковчанам следует быть весьма осторожными. Да? Весьма осторожными и понимать, что они снова стали прифронтовым городом, в буквальном смысле этого слова. Но, впрочем, я же говорю, это фигура речи, потому что по ним уже больше недели бьют полевые артиллерии, они это прекрасно понимают сами по себе. Тут скорее для других, кто не харьковчане, такая информация, чтобы вся страна понимала, и кто нас смотрит, что происходит в Харькове.